Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы продолжаем играть Hitman Absolution. Так, что у нас разблокировано? Я даже не знаю, что-то насколько вы продвинулись по сюжету. Ладно, продолжить. Ну, конечно, средняя. Ты был прав. Оружейный барон ищет Викторию. Надо его остановить, пока не поздно. Он уже напал на след. Мой тебе совет, Амика. Хватай тяпку и драпай. Нет, не люблю бегать. Бегать это не мое. Двумя днями ранее? По моим сведениям, девчонка в Чикаго. Мы с парнями срочно отправляемся туда, но ты должен возглавить операцию. Ты готов? Бейт. Да, я слышу. Надо сцапать какую-то девку. Ее зовут Виктория. Дом тебе позвонит и скажет, где искать. Она где-то там прячется. Все ясно. Сколько возни из одной цыпочки? Она что, особенная? Придется привлечь парней. Цена удваивается. Возьми с собой Лени. Он доставит ее сюда. Лени? Хромой хрен? Цена утраивается. Прости, но он полный козел. 25. 39. 26. 37. 30. 35. Идет. Лени, подойди сюда и дай огоньку. Давай, хромой хрен. Хромой хрен Лени. Заткнись, Вейд! Обожаю старину Вейда, он молодец. У меня от него мороз по коже. Вот за это я его люблю. Мороз по коже. Вейд Декстер безжалостный сукин сын. Но бояться следует его делового партнера, Тома Османда. Владельца клуба «Лисичка» на Бристоль-стрит. Это страшный тип, даже по моим меркам. В том плане, что он умен и у него хорошие связи. Это лишь вопрос времени, когда он выйдет на твою девочку в ее приюте. Откуда ты об этом знаешь? Если кто-то в Чикаго знает, знаю я. И Том тоже. Пришли мне его фото. Охотник и жертва. Ладно. Тебя за жопу мечтает каждый гоп Чикаго. А значит, до лисички безопаснее добираться по тоннелям возле Рокси. Удачи, Амика. Давай, смотрим. Господи, я уж не помню ничего. Так, где что можно взять? Девочкам нужна забота. Мальчики не пропадут. Не понял. Отщепенцы, сплошь наркоман. За девочками надо приглядывать. Дьявол забирает девочек. Да, он лучших забирает вообще-то. Ладно. Вагонами вывозить. Блин. Ты больной, что ли? Не зря ж говорю, воняет сильно. Да, кошарьё ненько разлагается. Сейчас, давайте поедем отсюда, пока я делаю пропаду. Вызовем сюда обломкова. Ну да, будто им не поздно. Ладно, прошли. Прямо. Давай активируем. А знать бы, где эти точки еще находятся, блин.
посмотрим. Блин. Давай, уходи. Уходи. Давай, 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 взламывай. Вошел. Рукопашный бой разблокировано. Да вроде пока еще никого не побил в рукопашку-то. Так. Где вас таких тут поращивают? Слово «товарищ» тебе ни о чем не говорит? Осёр ты мне, дружище. Я тебе не дружище. В клубе найден труп, изнасилованный и убита. На теле открыт без гавани. Вам же сказали, мы ни при чем. Да, мало ли дружище. Чем занимаются девочки после работы, не наше дело. Значит, для вас они просто чертовы шлюхи, да? Совесть есть у вас? Пусть тебе каждый вечер в роту тычут сиськами и задницами. Поговоришь тогда о Сочи. Что это было? Вечеринка! Танцуем и разбрасываем мусор! Так. Ладно. Его вытащили, мы сможем пройти. Привет, братишка, рад тебя видеть. Неплохо. Ты самый умный, что ли? Хочешь смотреть на сиськи? Плати. Да ладно тебе. Не доезжай. Мы с Ханком кореша. У меня все схвачено. Ханк здесь? Знаешь, вот он меня знает. Понятия не имею, кто такой Ханк. У меня к тебе предложение. Ты проваливаешь так отсюда и без бабла не возвращаешься, ясно? Лучше у кого-то, значит, есть карточка. Как только проникнешь в клуб, обрати внимание на барную стойку. Дом любит быть в самой гуще событий. Подсказки, да? Тебе ковбой, милый. Если хоть центра не хватает, я тебе чек. Можете смотреть, но не трогать. Эй, нахуй, ты плевать, пожалуйста, во что, пару монет? Так. Братан, сегодня тут куча цыпочек. Давай, 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 давай. Эй, нагастая! Все, от тела избавились. Хамелеон. Ну-ка, давайте-ка посмотрим. Ну, там зашел. Надо чуть подальше. Больше стольников.
охранял уже. Так, спрячемся, ждем. Надо найти этого урода. Эй, есть кто? А, блин, тут он, его нет. Лысенький, выходи. Давай поиграем. Да ничего с тобой не будет. Я зла не держу. На сейчас. Давай. Ну не давай. Девчонки. Я на самом деле парень. Видишь, волосы у меня на губе. Мы все вот, через это. Да, конечно, сейчас. К счастью, дважды они не просят. Скажите мне, что происходит? Так, вот переодеться-то должен. Вы меня прямо запугали. Там что, какой-то частный клуб? Типа задняя комната? Блин. Ну давай. Хорошие у вас тут киносъемки. Мне нравится. Почему не я главный герой? Так, ладно. Где моя героиня? Так, что мы тут имеем? Я отправил парней за этой твоей птахой. Если он работает 47-м, ему надо срочно подрезать крылышки. Позвони мне, когда девчонка будет у тебя. Декстер чует барыш, и я намерен получить свою долю. Бывай, старик! Понятненько. Ты был прав. Дом искал Викторию. Я вовремя до него добрался. Молодец, Амиго. Круто. Да, он тобой интересуется. К тебе идут некто Вейд. Этот парень чокнутый, как мартовский заяц. Срочно тащи сюда свою жопу, иначе тут будет очень громко и очень. Я тебе перезвоню. Так, мне... Что, как-то надо сваливать, наверное, отсюда? Я даже не знаю.
Мне куда надо сваливать-то? Я тебя не знаю. У меня тут убийство. Только что прямо передо мной произошло. Убийцы не видно, двигаюсь дальше. Сваливаем потихонечку. Спектакль окончен. Полиция Чикаго. Руки... А теперь не двигайся. На то, чтобы сдаться, у тебя, может, ума и не хватило. Что за хрень? Вот так. Что? Убийца потерял место. Обыщем место. Все очистим. Никаких следов. Нормально. Господи, и тут менты. Таха, я возвращаюсь в Чайна-таун. Будь осторожен, не высовывайся. Да? Тебе-то легко говорить, амиго. Этот Вейд. Говорят, он умеет развязывать язык. А у меня на языке такое, что мама не горюй. Давай быстрее. Таха, стараюсь. Не нервничай. Пора. Ну давай. Так, смотрим, где у нас там. Чего они до него здесь? Владелец клуба? Путь живет. Думаешь, убийство? Ничего не слышал. Нет, я никого не видел. Блин. Ну, повар. У нас все есть. Если в помещении будет хоть одна искра, сразу включаться разбрызгивается. Честно? Вы здесь в последнее время не видели лысого мужика, одетого как драться? Не видела. Я же всего купить сычуаньского перца. На минуту. Он рассказывает о погоде на 8-м канале. Да все как обычно. Никто ни хрена не понимает и... Где выход? Наша задача, чтобы так и оставалось, правильно? А вот он выход. Так, а за каким хреном мне туда надо? Ну-ка, давайте посмотрим. Я уже забыл. Вроде основное все выполнил. Да, Симба? Ха-ха! Матерый кот. Ну или породить, я не знаю. Так-то он громадный, просто... Пора заняться делом. Владелец стрип-клуба, Дом Осмонд, также является осведомителем Блейка Декстера. Это он навел его на след Виктории. Я вычеркну его из нашего уравнения, пока он не причинил еще больше вреда. Так, хамелеон, сбор улик, проникатель только в костюме, приватный танец, задоминирован, хрен его знает, злорадство, гори ясно. В общем, неизвестно, как тут. Пора занят. Идите к Птахе. Ну, сейчас мы к нему и придем.
Ну я же не идиот. Если бы знал, что и где искать, уже давно бы домой пошел. Просто нет тут ничего. Здесь точно что-то да есть. Это называется угроза полицейским. Не забывайте, я при исполнении. Давай. Мы оба знаем, что здесь замешаны Фейджу. Прошел. Твою мать, это они! Трое парней Вейда в толпе задают вопросы. Они скоро найдут меня. Ты должен вытащить меня отсюда, Амиго. Непременно. Это в твоих интересах. Птаха, соберись. Не делай глупостей. Я обо всем позабочусь. Итак. Блин. Убейте так. Пора заняться делом. Владелец стрип-клуба, Дом Осмонд, также является осведомителем Блейка Декстера. Это он навел его. Все, теперь я так. Если я помню, то нам вот сюда первоначально. А это он. Давай, мы тоже идем следом за тобой. Да, так у них не видно. Что? Слушай, я же тебе не волшебник. Тут народ Новый год празднует. Да, я тебе перезвоню. Да, перезвони потом. Так, где второй у нас? Так. Вот это, по-моему, самый такой паскудный, нет? Ну давай. Патроны. Давай, выходим. Бери, все бери. Так, а я могу? Могу. Хопа. Все, уходим. Так, бутылку мне надо.
Уходим. Уходим. Маскируемся. И уходим по-быстрому. Алло! Эй, чувак, ты где вообще? Я тебя уже 40 минут жду. Давай, давай, уходим, уходим. Ты? Что? Ты как не делал? Чувак! Я только открылась. Подходите, подходите. Так, так, так. А давайте-ка попробуем пройти в дом. Там вроде винтовка была. Покупайте у нас! Вот это мое! Так. Блин. Ладно. Это, я думаю, в курсе, что уже двое померло. Не лезьте без очереди, не спешите. У меня хватит для всех. Алло? Привет! Да нет, с друзьями встретился. Сейчас отдыхаем. Это запретная зона. Окей. Наверное, заблудился. Ага. И сохранялка там же. Тихо ты. Блин, мы не можем, да, покинуть? Он перемещается. Плечо ему всадил. Да подождите вы. Чё вы в меня все стреляете-то? Так-то мне больно. Где ты меня видишь там? Давай. Смотри, куда прёшь!
Вот так. Покинул. С тем ковбоем. Реально жесткий чувак. Кажется, они подались куда-то в центр. Нормально. И я с ним звоню. Ты опоздал, 47-й. Я делаю то, что должен. Мистер Вейт, что вы предпочитаете? Найти девчонку или потратить пулю? Часики тикают. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока!